Возродилась традиция высаживать новые деревья. Краснодарская – одна из центральных улиц города, достаточно оживленная. Идеальное место для новой зеленой аллеи. Хочется привести слова нашего поэта Маяковского, да? Немножко перефразируем на наш сегодняшний день. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда в нашей Анапе такие люди есть. Коммунальные службы постоянно пополняют зеленое убранство курорта. Местные предприниматели с огромным удовольствием откликнулись на призыв принять участие в озеленении. Причем многие это делают не в первый раз. Я сажаю уже третье дерево, да? Осталось еще уравнять, построить два дома и двух сыновей родить. Но деревьев уже три. Каждый из нас, чем больше насадит, тем будет лучше. Прохожие, ставшие свидетелями закладки зеленого уголка, живо интересовались происходящим. Галина Богданова живет рядом в общежитии, с удовольствием делает различные поделки и выставляет их в палисаднике, засаживает газоны. Говорит, что в озеленении курорта участвует с удовольствием. Очень хорошо, я счастлива. Такие чахлые газончики были, все, и представляете, это все расцветет такой красотой. За первый квартал текущего года проведена большая работа по озеленению города. Зимой спилили аварийные деревья, обрезали сухие ветки. Параллельно с этим высаживали новые растения и кустарники, облагораживают газоны. Уже высажена весенняя рассада на центральных клумбах города. Нашли понимание от людей бизнеса, люди с большим удовольствием вышли и приобрели посадочный материал. Вот. Мы помогаем провести посадку. Жители города и сами замечают, как курорт просыпается от зимы, и в его облике появляются новые краски. И уже совсем скоро Анапа вновь засверкает своим великолепием в полную силу.